друзья, на канале Даниила и Ларисы. Вчера мы варили качаковала, и у нас осталась сыворотка. Но, собственно говоря, обычно готовим рикотту. Сегодня решили от обычаев, так сказать, отойти и познакомить вас с новым интересным рецептом норвежского сывороточного сыра. Называется этот сыр Брюност. Сыр коричневого цвета, и вот по описанию есть у него такая интересная особенность, он горит. Ну, не знаю, попробуем. Значит, собственно говоря, сыр готовится из сыворотки с небольшим добавлением молока. Обычная пропорция – это 3 четвертых части сыворотки, 1 четвертая часть молока. Опционально можно добавить сливки. Сыр, как я уже говорил, коричневого цвета, немножко сладковатый на вкус. Но это бутербродный сыр, то есть он используется в качестве... Он, кстати, очень жирный должен быть. Используется в качестве помазанки такой своеобразной для бутерброда. Итак, друзья, мы берем 5 литров сыворотки у нас есть и литр цельного молока. Выливаем сюда. Сейчас перемешаем. И нам надо это быстро закипятить. Сейчас переместим на плиту и покажем вам. Итак, друзья, поставили смесь сыворотки и молока. И дождемся, пока оно закипит. Молочко у нас закипело, друзья. И вот образовалась такая пенка. Ну, я думаю, что это рикотта. Сделай меньше огонь, а то сильно закипело. Собираем эту пенку всю. Мы подготовили такое ситечко с друшлачком, вернее, ситечко с мысочкой. Просто шумовкой собираем сырную вот эту пену с поверхности молока. Видите, ее достаточно много. После этого эту снятую пенку нам надо поместить в холодильник. И, собственно говоря, пусть она охлаждается. А сыворотку дальше продолжаем кипятить. Нам надо, чтобы выпарилась 1/4 часть от существующего объема. Займет это у нас где-то ориентировочно 3 часа. Ну вот мы сейчас будем продолжать уже, естественно, без видео кипятить ее, ничего не делая, прямо в этой кастрюльке. И через 3 часа покажем вам, что у нас получилось. Пенку, которую мы сняли, помещаем в холодильник. Через 3 часа из холодильника достаем нашу пенку и добавляем в сырок. Также добавляем сливки, которые мы приготовили. Уменьшаем огонь и, постоянно помешивая, варим, масса должна загустевать, превращаться в сыр. Ну, я так подозреваю, что на медленном огне это займет не меньше часа. Конечно, возни с этим брюностом очень много. Вот таким вот образом, друзья, на медленном огне варим. Сейчас мы засечем время и примерно посмотрим, когда оно начнет загустевать. Опять включим камеру и будем снимать дальнейшие действия. Надо измельчить все комочки, чтобы их не осталось, чтобы у нас получилась вот однородная, совершенно однородная, ну, жидкость, не жидкость, субстанция, наверное. Вот так вот помешивая, будем варить. Ну вот, друзья, наш брюност варится уже 4 часа. Перелили мы его в маленькую кастрюльку, потому что в той кастрюльке, ну, он уже был просто на дне. Видите, выварилось, то есть было 6 литров. Сейчас есть где-то остаток литр. И еще надо его выпаривать, потому что он должен стать, ну, достаточно густой. Должна быть пастообразная такая... Ну, как кремообразная масса, а вот она еще не такая. Но я думаю, что еще где-то часик будем его вываривать. Через час переливаем сырную массу в блендер. В ней начали появляться комочки.
И вот на этом этапе, насколько я понимаю, его надо измельчить, а потом уже вываривать окончательно. То есть сейчас его надо измельчить до того, чтобы она получила такую однородную консистенцию. Ларис, там, конечно, кроме твоих локтей в кадре ничего не видно. Ну, я ж не могу. Мне ж надо это сделать, а как? Ну, не подготовились. Интересный такой сыр, но мороки с ним, конечно, как по мне, проще пармезан сварить, чем с этим брюносом играться. На блендере есть градация, сколько там вывалилось уже или нет? Ты имеешь в виду по количеству брюнов? Да. Нету, да? Есть, но неплохо видно. Где-то чуть больше 2 литра. Ага, то есть у нас еще остаток 2 литра. Я думал, что час назад еще думал, что там около литра осталось. Нет. Точно? Ты уверена? Ну да, вот 2 литра. Ага. Ну, где-то 2 литра, 200 миллилитров у нас остаток. Но мы очень на медленном огне его вывариваем. Потому что боюсь, чтобы, ну, если пригорит масса, то, соответственно, весь сыр будет испорчен, потому что появится вкус горелого. На медленной скорости перемалываем массу на блендере, ну, где-то пару минут. И сейчас помоем кастрюльку, чтобы те комочки, которые остались в кастрюльке, уже в нашем сыре не находились. Измельчили массу на блендере и опять ее помещаем в кастрюльку. Вот блендер измельчил все комочки, получился такой крем. Интересный. И продолжаем ее вываривать, друзья. Продолжаем вываривать, потому что она должна загустеть до состояния густого крема. Вот, дорогие друзья, после того, как мы сыр измельчили на блендере, он начал так интересно вариться, такая масса, и начал достаточно быстро темнеть. Я так понимаю, что сейчас процесс пойдет быстрее, то есть мы его выварим до нужной густоты и будем охлаждать. Вот, друзья, сыр приобрел такую совсем кремообразную структуру, стал коричневый, и я так предполагаю, что он готов. Сейчас будем его охлаждать. Для формирования сыра мы приготовили вот такие вот контейнеры из нержавеющей стали. Изнутри их предварительно смазали сливочным маслом. Прекратили нагрев и помещаем кастрюлю в емкость с холодной водой для того, чтобы его охладить. При этом продолжаем помешивать сыр, чтобы он равномерно охладился. Конечно, ну, пока я очень с большой натяжкой эту штуку могу назвать сыром. Можешь сюда развернуть немножко, чтобы было видно. Вот такая вот коричневая. Больше похоже на вареную сгущенку. Ну да, реально вареная сгущенка. И по вкусу мы ее уже пробовали, она такая сладенькая. Ну, посмотрим, какой у нас получится брюнос. Все-таки норвежский сывороточный сыр, как-никак. Охладили, друзья, брюност, но не полностью охладили. Охладили до температуры 50 градусов, потому что начал он сильно загустевать. И переложим его в форму теперь. Переместились так, чтобы Ларисе было с руки. А то ей не с руки. И выкладываем брюност в формочки. Перемещаем или отправляем. Ну вот, конечно, мы перемещаем, но у меня такое впечатление, что мы его туда ложим. Так он выглядит, что его можно только наложить. Интересная, конечно. Интересная штука. Мне очень интересно, что получится. Брюност. Конечно, это была дикая авантюра.
достаточно поздно уже, друзья. То есть все это у нас заняло где-то 7 часов. Мы получили из 7, вернее, из 6 литров сыворотки, литра молока и 250 грамм сливок, получили две пасочки сомнительной какой-то субстанции. Что тебе еще? У меня, конечно, море эпитетов на этот счет сразу же. Кстати, попробую. Похоже на соленую сгущенку. Да, похоже на соленую вареную сгущенку. Ну, вообще, конечно, вкус такой очень, очень непонятный. Ну, посмотрим, он должен застыть. Но вкусно. Реально необычно, но вкусно. Итак, друзья, оставляем его в прохладном месте до завтра застывать. А завтра будем пробовать наш брюнос, что у нас получилось. Итак, дорогие друзья, норвежский сыр брюност простоял ночь в холодильнике, но сразу скажу, вынуть его отсюда нереально из этой формы. Мы игрались очень долго и стучали ее, и били, в общем, все что угодно делали, как у Джеромка и Джерома. Сыр не желал извлекаться из формы. В общем, мы его поместили в горячую водичку, немножко подтопили и извлекли. Я вначале начал снимать этот процесс, но он больше комичный, чем кулинарный. Поэтому, дорогие друзья, я воздержусь от того, чтобы показывать это на видео. В общем, получилась вот такая вот штука достаточно интересного вкуса. Сейчас покажу вам разрез. Ну и, собственно говоря, конечно, вкус этот непередаваемый. Просто непередаваемый. Сыр такой пастообразный. Или кремообразный. Ну, показываю разрез. Вот так вот брюност выглядит на срезе. Ну и, конечно, в следующий раз, если когда-нибудь еще мы захотим сделать сыр брюност, то будем его выкладывать в силиконовые формы, чтобы его удобнее было оттуда извлечь. Потому что извлечение это... Ну, была только что мука и танцы с бубнами, честно вам говорю. Ну, вот он похож, не знаю, похож по консистенции на шоколадное масло. Итак, друзья, сейчас попробуем. В общем, необычная такая штука. Я, честно говоря, не знаю даже, как его есть. Но сыр бутербродный, поэтому, наверное, ну, надо бы с хлеба. В общем, буду вот так вот с кусочка хлебушка. Ну вот консистенция, он реально, его можно совершенно спокойно намазывать. Он действительно бутербродный. Он, ну вот консистенции, как паштет может какой-то. Значит, первое. Запах. Легкий запах шоколада. Немножко присутствует запах, аромат вареной сгущенки. Вот что-то такое среднее. Но а вкус это нечто. В нем три явно выраженных ярких вкуса. Сладкий, соленый, кислый одновременно. Вот как это передать, я не знаю. Я такого вкуса никогда еще не пробовал в жизни. Клянусь, я много еды ел. Но чтобы одновременно в одном блюде присутствовал кислый, причем не кислый уксусный, а кислый лимонный, кислый приятный, сладкий и соленый вкус, ну, для меня это нонсенс. Причем все в меру, по-моему. Да. Просто ярко выраженный. Ну вот очень-очень ярко выраженный. С хлебушком вообще очень вкусно. То есть такой, ну, десертный, не десертный, закусочный. Может быть, можно сказать, закусочный бутербродный сыр. Ну, реально, очень необычный, это первое. А, кстати, десертный, вот его еще десертный я мог бы охарактеризовать. Очень необычный и невероятно геморройный.
Мы с ним возились реально 2 дня с этим брюносом. Но, не знаю, результат мне нравится. Я думаю, что и вам понравится, дорогие друзья. В конце концов, если у вас остается сыворотка, один раз можно попробовать. Ну и, собственно говоря, надеюсь, что видео было для вас полезно. Если вам понравилось, ставьте пальцы вверх. Ну, если не понравилось, конечно, ставьте вниз. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать новости. Ну, а мы будем снимать для вас новые интересные видео. Всего доброго, друзья, пока!